Как Владимир Вольфович, доллар – грязная, вонючая бумажка. На что вы обратили внимание в этой речи Владимира Путина, что вам больше всего запомнилось? Да, хороший вопрос. Перед тем, как я начну на него отвечать, я бы хотел бы еще раз обратиться к Михаилу Борисовичу Ходорковскому по поводу увольнения Ростислава Мурзагулова, который в том числе оказал большое влияние на то, что Лилия Чанова сейчас в тюрьме. Михаил Борисович продолжает игнорировать мои обращения. Я могу с вами, Михаил Борисович, пообщаться в эфире любого из вашего телеканала, обсудить вопрос. Я считаю, что одна из проблем, причин, почему мы сейчас оказались, в том числе потому, что КГБшники, как Путин, они в какой-то момент сказали, что они либералы, прикрылись, и без люстраций теперь творят, что творят. И мы не должны повторить это ошибок. Нельзя вот таких людей типа Мурзагулова нанимать. Это позор вам и позор вашей организации.